У эфиры программа «Новины региона» у студии Катерина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску «Глядите». Как позвонить в службу спасения? 101 или 112. Молодец. Выратовальники нагадывают дорослым про безопасность детей. Голосуем за наших. Юные могилюшанки позмагаются за право представить Беларусь на дитячем конкурсе «Евробачанне». Червень не добра, у липень у норме, яким будет жнивень по опадках и як синоптики оценивают лето. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков наведывает Могилевскую область с рабочим визитом. Разглежены шерох пытаний от вытворчества и реализации молока у сельгасорганизациях до развития буйных промысловых предприемств. Первый объект, який наведал премьер-министр, молочный товарный комплекс «Грибаны» на 700 голов, господарки «Могилевский лянок». Его называют фабрикой по вытворчеству молока. Сёлета от одной коровы тут планируют отримать больше за 8 тысяч литров. На думку Андрея Кобякова, треба імкнуцца до того, каб у кожнай гаспадарцы были такие узорные комплексы. Гэта треба улічваць падчас працы по программе реконструкции молочно-товарных ферм. За апошние 5 год объектов, что подпали под обновление у Могилевской области, 170. 140 из них працуют у полную моц, еще 30 пусковыми комплексами. До конца 2017-го работы плануют завершить еще на 6 фермах. Средства надо находить, чтобы достраивать. Но в первую очередь туда, где будет результат. Вот. А то вы говорите, мы придем, посмотрим, что вот этот пусковой комплекс, как он работает. Согласен. Если там нет ни результатов, ничего, тогда возникает вопрос, что мы туда будем деньги закапывать. Увагу премьеры звернули на кормораздатчик, змешальник корму у вытворчести Казимировского опытно-экспериментального завода. Приезжаем и все, восстанавливаем, сколько нам надо в следующем сарае и в следующем. И вот так вот, пока не раздастся, вот этот вот весь цикл происходит. А сколько людей нужно, чтобы обслуживать этот аппарат? Один механизатор и все. То лучшее, что используется, значит, в мировой европейской практике, использовано в данной машине. Еще один из объектов, який наведал премьер подчас визиту, территория былого завода штучного волокна. На площадь 41 гектар треба снести все будинки, что не використовуются, и передать земельные участки на баланс города. Демонтажом занимается предприемство «Могилевхимволокно», у склад якого у апошние годы своего основания увоходил завод штучного волокна. По распоряжению 31 декабря 2017 года наш срок, который мы должны снос... Да, под рекультивацию. Да, под рекультивацию. Рекультивация 9 мая 2018 года. Там же за областью и городом. Один из земельных участков уже передан городу Могилеву. Порядка 10 гектаров. Андрей Кобяков наведал буйные промысловые предприемства. Могилевский металлургический завод, автомобильный завод имя Кирова, вагонобудовничий завод. На каждом из них освоивают выпуск новой конкурентноздольной продукции. Мы должны теперь подтвердить эффективность принятых решений по модернизации этих предприятий. Что касается технологий, то, что касается освоения оборудования, в общем-то, этот первоначальный этап выполнен. Теперь главное для предприемства – поширать рынки сбыту, не сгубить заявленную высокую якость продукции и различиться с кредитами. Алина Соловьева, Сергей Крапяков, Александр Тарасов, «Новини региона». Жнівеньская областная конференция педагогов прошла в Кировском районе. У шерогу іншого своими меркованиями на контрразвитие системы эдукации поделились удельники делегации нашей области на республиканском педсовете. Как отзначалось на Жнівинской педконференции, повышению якости адукационного процесса повинен сприять переход на обовязковую агульную среднюю адукацию, изменение правил приема и потребования до якости навучания у гимназиях с уликом выбора вучнями профиля адукации. Поспели изменения и у проведения выниковой аттестации за курс средней школы. Удосконаление структуры специальностей и переход до одиного типа установ прав адукации у будущем становится добьется на рынке. Працы. До речи, 7 установ профессийной адукации оптимизованы у рамках створения региональных колледжей. Больше подробязно про основные темы встречи педагогов Могилевской области на передодні нового навучального года глядите у наступных выпусках программы «Новини региона». Статут Великого князства Литовского и иншие могилевские стародруки будут экспоноваться у столицы. 1 вересня у Державном музее истории и литературы открывается выстава «Нация книг». Один из ее партнеров – музей истории Могилева.
Пропанова такая адзначыць 500-годдзе беларускага кнігадрукавання адмысловай выставай, на якой будуць прадстаўленыя нашы рэдкасці кніжныя, іх кніжныя рарытэты, і таксама разынкай, ну для мінскай разынкай будзе тое, што там будзе зноўку праз 5 гадоў пасля вяртання прадэманстраваны статут УКЛ. Для нас разынка гэтай выставы будзе тое, што Нацыянальная бібліятэка дасць на гэтую выставу кнігі Магілёўскай кансісторыі. Статут Вялікага княства Літоўскага, кніга, якая ўбачыла свет напрыканцы 16-га стагоддзя у друкарні Мамунічаў, адзін з каштоўных экспанатаў музея. І сродкі на яго збіралі метадам краудфандынга, народна-грамадскага фінансавання. Цэлы пласт людзей, практычна ўся Беларусь з-за мяжы. Беларусы, каторыя адчувалі сваю датычнасць да сваёй нацыі, гонар за свой народ, яны дапамагалі ў набыцці статута, і гэта сотні і тысячы чалавек. Статут ВКЛ з Магілёва аднойчы экспанаваўся ў Нацыянальнай бібліятэцы. Цяпер кнігу зноў бачыць мінская публіка. Аднак ад 27 верасня выстава «Нацыя кніг» прыедзе ў Магілёў і будзе працаваць у ратушы цэлы месяц. Цяпер жа, акрамя кніг, з Магілёва ў сталіцу адправяцца і некаторыя іншыя каштоўныя экспанаты, у прыватнасці абразы, якія зацікавяць сталічных гледачоў. Але ўсё ж такі самае важнае – гэта кнігі. Дарэчы, адзін з асобнікаў «Жыццё святых», надрукаваная ў 1702 годзе ў Магілёўскай друкарні, і дзе ёсць вядомая гравюра «Град Могілев». Дарэчы, цяпер малюнак паводле гэтай гравюры ёсць на сцяне музейнага будынка на вуліцы Ленінскай. Глядзіце болей пра выставу «Нацыя кніг» і музей гісторыі Магілёва ў інфармацыйна-аналітычнай праграме «Днямі». У Магілёве адкрыўся 22-й міжнародны пленэр па жывапісі «Вобраз радзімы» ў выяўленчым мастацтве. Выставачны праект у 1996 годзе пачынаўся як беларуска-расійскі. Сёння гэта прэстыжны міжнародны форум па жывапісі, які прыцягвае ўвагу майстроў іншых дзяржаў. Пра ўдзельнікаў і планы мастакоў наш наступны матэрыял. Творчы склад шматнацыянальны. 7 краін, 20 мастакоў. Усе розныя, але прытрымліваюцца ў асноўным рэалістычных традыцый у мастацтве. Пачатак сёлетняга пленэру пакладзены. Частка мастакоў працавала ў Расіі, у найпрыгажэйшай сядзібе знакамітага мастака Васіля Паленава. Яго жывапізды і самі мясціны сталі сапраўднымі крыніцамі натхнення. Живопись очень вдохновляет, и места вдохновляют. Поэтому, конечно, мы написали там много работ. Мы каждый день писали одну-две работы. Красивые места поленовские. То есть то, что писал Поленов, мы практически ходили по его местам намоленным. Там здорово просто. Там идешь, вот эти тропы, да, и они тебя просто... Ты понимаешь, что тут люди ходили, предшественники великие, да, и ты потом этими тропами идешь, и тебя так вот пытаешься проникнуть в ту эпоху, да, представить себя там, да, вот. То есть вот это все там сохранено, и это вдохновляет очень. Для збору патрэбнага матэрыялу на шчодрай расійскай зямлі магчымасцяў было яшчэ шмат. Госці наведалі Ясную Паляну, Турусу, Серпухаў, а зараз іх чакаюць бялынінскія краявіды. 6 дзён іх прасторы будуць пад пільнай творчай увагай. На радзіму вялікага мастака бялынінскага Берулі некаторыя едуць нават за асаблівым паветрам. Очень-очень хотелось приехать после нашего жаркого Израиля. И все говорят, холодно, я говорю, и наконец-то вырвалась на воздух. 22-й пленэр, як вядома, прысвечаны 145-годдзю са дня нараджэння бялынінскага Берулі. Майстар лірычнага пейзажу пакінуў багатую спадчыну свайго бачання радзімы. Яе вобразы ў кожнага мастака, канешне, свае, асабістыя, непаўторныя, але мэта працы ўсё ж такі адна – прыцягнуць погляды да сапраўднага мастацтва. Убачыць вынік творчасці мастакоў пленэру можна будзе 6 верасня. У гэты дзень тут, у абласным мастацкім музеі імя Масленікава, запрацуе выніковая выстава. Алеся Рыбалка, Александр Тарасаў, Навіны рэгіёна. У Крычаўскім раёне ў аварыі загінуў пенсіянер. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі, ён ехаў на велосіпедзе па ўзбочыне дарогі. Уперадзе яго рухаўся МАЗ з прычэпам. Счэпная сістэма грузавіка зламілася, і прычэп пакаціўся назад. Пад яго колы і трапіў велосіпедыст. Ён загінуў на месцы. У цэнтры ўвагі дзеці выратавальнікі праводзяць акцыю, каб прыцягнуць увагу дарослых да бяспекі дзяцей. Яе запланавалі ў 3 этапы. Першы пачаўся на аб'ектах гандлю. Туды накіравалася і наша здымачная група. Самый главный вопрос. Чему вы научили своего ребенка? Как выходить правильно из какой-нибудь чрезвычайной ситуации?
Ребенок знает, что нельзя играться днем. Так, это хорошо. Как бы не оставляю его одного дома. З гэтага пытання пачынаецца размова выратавальнікаў з бацькамі і дзяцьмі. І першыя адказы сведчаць, што многія дарослыя сур'ёзна ставяцца да пытання бяспекі малых. Вы проводите с ними какие-нибудь такие вот учебные занятия? Да, они знают, как. И как даже... Это точно знает. Младший. Да, а как позвонить в службу спасения? 101 или 112. Молодец, конечно. Если вдруг случилась какая-то ситуация, куда нужно звонить? Номер какой? По какому номеру? Если пожар, то можно позвонить 101. Вот, умничка. Родители тоже даже знают? Или 101, 102. Тем не менее, воротовальники у черговый раз закликают батьков не покидать детей без догляду, рассказывать им про правила поводин у разных ситуациях. Данные мероприятия проводятся для того, чтобы детям и взрослым как-то более в игровой форме объяснить о правилах тех безопасности, которые им важнее. Ту информацию, которую, когда ты читаешь или откуда-то смотришь по телевизору, она не так усваивается. Другі этап акцыі выратавальнікі правядуць у агульнаадукацыйных установах, яшчэ адзін у дашкольных. Працягнецца гэтая акцыя да 22 верасня. Кацярына Балукова, Сергей Карпяков, Александр Артемьев, навіны рэгіёна. Чемпіянат свету па барацьбе, які ў гэтыя дні праходзіць у Парыжы, становіцца паспяховым для бабруйскіх спартсменак. Услед за Ірынай Курачкінай, бронзавым медалістам, Ванеса Каладзінска атрымала залатую ўзнагароду. Шлях до вершини п'єдесталу став для белорусски складаним. Так у чвертьфіналі бабручанка перемогла соперницу за несколько секунд до закінчення схватки. А у рішаючому поєдинку зустрілася з вельми моцною японкою. І ситуація повторилася. На протягу виступлення белоруска імкнулася догнати опонентку, яка вела уліку. За 8 секунд до завершення поєдинку бабручанка проігравала 2-6, але спритно виконала несколько прийомів і у виніку святкувала перемогу. Гэта перший золотий медаль на чемпіонаті світу у нашей сборной и другие у карьеры 25-годовой белоруски. Юные могилючанки Арина Пехтерова и Анастасия Дмитрачкова позмагаются за право представлять Беларусь на дитячем музычном конкурсе «Евробашене 2017», который пройдет в грузинском Тбилиси 26 листопада. Сегодня у вечера распочинается финальное шоу национального отбора. На сцену финального отбора на дитяче Евробачене 2017 Арина и Анастасия выйдут под номером 7. Месяц напруженной працы и серьезных репетиций. На суд жюри девчонки представят песню под названием «Музыка со свету». Эта песня про то, что все мы разные, але у всех нас объединяет именно яна – музыка. Арина и Анастасия – самая юная сярод удельниц. Признаются, хвалюются. Але личбу 7 яны лечат счастливой. Там у сегодня у вечера сподяются на поспяховое выступление. Трансляция финального шоу на национального отбору на дитяче Евробачене будет вестися на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Подтримаем наших маленьких землячек. Ты, я, мы такие разные, два крыла у одной мечты нас связала музыка вселенная, вместе я и ты. И про надворье, не глядяши на моцные опадки апошних дзён, лето покуль нельга назвать дождливым. Так отзначают в областным гидрометеоцентры. Оказывается, недавние проливные дожди поставили рекорд по опадках только у Горках и у Кировском районе. У остатних районах, згодно оценцы специалистов, дожди были умеренные. У конце жнюня синоптики, так бы мовить, оценить месяц. Покуль высновы робить рано, лечат синоптики. Бо у ночь на понеделок на 28 жнюня знов прогнозуют моцные дожди. Что до выходных, опадки прогнозуются короткочасовыми. А в вогуле самым близким до нормы по опадках был липень. А вось червень по подликах оказался вельми сухим. За месяц выпало 32 мм опадков при норме 75. И самые актуальные новины нашей в области можно убачить на нашем сайте tvrmogilev.by. А я на этом с вами развитываюсь. Усяго вам доброго и до встречи!